Здорово, дружище. Ах, вот если бы всегда такая пруха была. Если прикинуть... Так, ага, точно. 3-4 таких посуды. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали, скоты. А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай езжают. Кем в лес я? Ну, не пуха. Совсем нету у этих. За неделю. Так ведь нету. Дерьмо-то. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Здоровый, чтоб прям с вертела. Скворчащий, а? Сочный. Что?
Есть? Ты пока... Я... Ты думал, убьешь меня? Убить меня решил? Да когда же ты поймешь, Крамер? Мы одно целое. Я — это твоя темная сторона. Твоя, мать его, отрицательная часть души, понял? Умру я, умрешь ты. И нет другого выхода. Тебе не скрыться, червь! Принимай гранату! Провожу их
рацию. Здравствуй, сталкер. Судьба. Нет, как жизнь? Как бы точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Здравствуй, Крамер. Проверим. Ирония, да? Спасти чертов мир, чтобы когда-нибудь он убил тебя. Как же все в этой жизни несправедливо. Ну, давай вперед! Кто же еще, если не мы? Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил, да патронов хватило. А так прорвемся. За мной. Нравится мне все это.
За мной. Было больно. Эй, сюрприз, мудила. Не ожидал? Ну, сейчас я тебя тут и приму. Внутри у меня... Мы спрятали артефакт в подземелье. Что я сделал с этими наемниками, я так и не понял. А Ремарк просто исчез. Будто бы его и не было никогда. Мне не кажется, и внутри меня что-то или кто-то есть. Я в этом уверен. Черт. Кажется, я начинаю сходить с ума. Не ожидал. Ну, сейчас я тебя тут и приму. Внутри у меня... Значит... Это был не сон.
Здравствуй. До встречи, Крамер. Сталкеры, внимание! Идет выброс. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Хорошо, дружище. Полежи пока тут. А я скоро вернусь. Thank you.
пожирнее будет. Только вот фидер... Здравствуйте! За что? Я же... просто... Я... Прости, Крамер, ты не оставляешь мне другого выбора. Вот же ирония. Я столько раз попадал под пули, столько раз смотрел смерти в глаза... Столько видел, столько узнал, и что теперь? Умру от какой-то шальной пули. Ради чего тогда все это?